Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру Кунг-фу зомби. Ну что ж, погнали. Ну, вот это не зря, ребята, да, видимо? Нарвались на каратиста, который, естественно, будет против зомбарей. А это, я так понимаю, наш сенсей, короче. Зомби атакуют город. Иди и накажи их. Это будет тебе легко, так как ты имеешь супер атаки. Ты их практически производишь на автоматике. Я буду тебе помогать в процессе боев. Чего же ты ждешь? Вперед, парень. Поехали, ребята. Оу. Ребята, так, кстати, графика-то, да, такая в стиле ретро времен Дэнди. Еее, круто. Ё-моё, я получил уровень. Так, тройной сюрикен я зарабатываю. Да, это твоя новая обилка. Используй ее. Она поможет тебе в защите. Понятно. Ну-ка, что у нас здесь? Сюрикен. Отличная работа. Я в тебе даже сомневался. Так, я могу ее использовать. Оу. Хе-е, круто. Замечательно, ребята. В принципе, здесь ничего, ребята, не нужно делать. Просто нажимать на... как кликер. Чем чаще кликаешь, тем круче комбинацию он проводит. Так, нормуль, зарабатываем деньги. Значит, они нам для чего-то пригодятся. Так, я могу, ага, и туда, и сюда идти. Все понятно, ребят. Крысы тут еще какие-то нищебродские лезут. Йоу, круто, у меня новое достижение, ребята. Джестер, 5000 экспы. Юху. Слушайте, музыка какая приятная. Сразу у меня ностальгия почему-то по Дэнди. Супер. Так, что у нас там? Зомби дропают коинты. За эти коинты ты можешь апгрейд сделать себе. Так, ну-ка. Соточка. Ты прокачал себе штанишки, парень. Понял, понял я. Ага, значит, я могу прокачивать, ребят, себе шмотки. Так. Это была у меня майка, это у меня шорты, а это бандана. Все, отлично, соответственно, я, наверное, становлюсь от этого крепче только. И сильнее. Кстати, сейчас будет, наверное, первый у нас зомби, ребята. Да, он нас предупреждает, впереди тебя ждет сильный босс. Ну, я думаю, что ты с ним справишься. Да, я, конечно, справлюсь, куда он денется от меня. Головастик какой-то. На-ка! Вау, уже с двух сторон нападают, понятно. Четко, да? Фу-чу-чу-чу-чу. Ё-моё, истинный не... Да куда вы тут прёте-то со всех сторон? Е-е-е! Круть. Так, челлендж босс, ребята, вызываем босса, что ли? Ну, погнали. Где этот хмырь? Вау. В каком-то сейфе. Ты кто такой-то? Что еще за медуза, е-мое? Ну-ка, давай попробуем, ребята. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Не отступать, не сдаваться. Последняя кровь. Е. Зарабатываем с вами супер джинсы. Короче, джинсовые шорты мы заработали с вами. Ну и, как видим, уровень пройден. Тут еще даже карта есть. Типа новости, да? И у нас... а что у нас, открылось что-то, нет? По-моему, ничего, ребят, не открылось. Так, что тут? Босс атакует? Где? Чего он там атакует? Так, а это что у нас такое? 15% к атаке. Оу, эти штаны имеют новый бонус. Одень их. Понятно, ребят, смотрите, здесь у нас... Есть просто штаны, а есть с бонусом дополнительным. Я понял. Так, а вот здесь что? Так, майка, она без бонуса. Шорты с бонусом и бандана без бонуса. Есть смысл, ребята, прокачать нам шорты, да. Много не прокачал, конечно. Но, тем не менее, все равно прекрасно. А вот это что такое? 1 час 58 минут. Что это за фигня такая? 35 непонятно чего. Плюс 250 гемов. И... псина будет недоступна. Ничего себе.
Или это новый боец? Я что-то не могу понять. Хорошо, ребят, я, естественно, этого пока не буду ничего брать. Я и так пока справляюсь. Йоу! Слушайте, мне нравится. Незатейливая такая графика. Минимум движений, ребята. Мышкой. Практически одна кнопочка. О, подожди-ка, это что такое? Ага, если я посмотрю видик, мне дадут 4026 монет. Нефиг. Хотя бабосики бы нам пригодились, если честно. Так, волна 2. Хоп, подкрепились. Ага, ребята, у нас вон там вон есть шкала уровня. То есть в данный момент у меня второй уровень. Но в скором времени, возможно, получим третий. Также прокачиваются у нас штаны. Тоже уровень получают они. Круто. Так, судя по тому, по шкале, то впереди нас ждет босс, потом еще один босс и какой-то знак вопроса. Не знаю, что вот это вот может быть. Ну, дойдем сейчас и увидим, ребят. Давай, давай, ох, мышь, вали отсюда, а, лезешь. Добил такой ее. Причем здесь крысы, я не понимаю, ребят. Ну ладно, зомби, но крысы-то какого перепуга? У меня еще, не забываем, сюрикен есть. Ага, еще подкреп. А где наше здоровье, а? Интересно, мне... А, вот, наше здоровье над нами, ё-моё. То есть зеленая полосочка, это и есть здоровье. Мы еще мячик, оказывается, бросили сейчас только что. Йо-хоу! Хадутин! Отлично. Так, что ты тут хочешь сказать мне? Не понял я юмора. Ну, видимо, какой-то чувак тут. Вандерфул! Прекрасно, типа. Слушайте, а кто это такой вообще? А, доктор Зи. Ах, вот оно что. Ребята, это тот самый, видимо, доктор, который... заражал людей и превращал их в зомби. То есть это наш, видимо, последний будет босс. Хорошо. Пока он смеется. Ну, как понимаем, это он просто камеру прислал. Показал, так сказать, себя, кто он такой есть. Но нам, как говорится, до этого никакого дела нету. Мы сейчас будем с вами разбирать зомбарей. Вот наша основная задача, ребята. Уничтожать зомби к ядрени фени. Кучками просто. Так, челлендж мини-босс, ребята. Давай посмотрим. Кто такой, где он? Воу. Ну иди сюда, лохмандей. Я, ребята, не спускаю с него кулака. Отлично, что это тут такое? Хе, получили какую-то, ребята, робу. И монеты. Так, дайте-ка я посмотрю, что это за одежда. А в чем прикол? Ну, давай я ее одену, предположим. А, мы выглядим немножко по-другому. Хорошо, давай прокачаем. Все. Ну, а теперь уж точно как Рэй, ребята, я выгляжу. Из игры Street Fighter. Так. Так, подожди, что опять? Я тут могу опять, что ли? Да. Ладно, не будем отвлекаться из-за ерунды, из-за каждого... уровня прокачки, надо накопить много. И потом уже можно, что такое, еще волна. Так, что это он там притащил, ребята, эксперимент какой-то над животными он делает. И ржет, газ, газ какой-то распрыскивает, гад. Френзи. Так. Короче, тут будет идти очень быстро волна зомбарей. Ты должен с ними справиться, типа того, да? Дерись так, как никогда в жизни. Это что такое? Так, мы можем заюзать вот это вот. Окей. Да чё, обычные зомби обычно двигаются, не знаю. Я правда... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Не знаю, что вокруг за нас за аура такая двигается. Видимо, защита, ребята. Так, нам нужно вот эту всю полоску с вами, я так понял, заполнить. Или здесь будет три волны. Сейчас проверим, ребят, с вами. Так, я вроде бы справился, да? Оу, сколько бабла получил. Хе-хе, толстячок какой-то шел. Шел, да не дошел, ребята.
Тут очень прикольно, ребята, очень много маленьких таких вот. О, что это за скелеты у нас тут уже пошли? Воу, зомби-то поменялись, ребята. Уже совсем другие. Да хорош тут со всех сторон-то. Так, у меня есть звездочка, я все время про нее забываю. Волна 9? Так, хорошо, волна 9. Может быть, подзаточить себе шмот? Давайте посмотрим, ребята, что мы можем с вами сделать. Штаны, давай-ка штаны пропаем. Нифига себе. 806 к атаке. А ну-ка, давай-ка. Отлично. Да иди ты отсюда, скелетон. Зеленые, фиолетовые. Ох ты, а это что такое у нас? Ребята, была, не была, я, короче, посмотрю рекламу. Получил какой-то, ребята, свиток, футболку и еще что-то там. И деньги. Так, давай, 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 давай. Опять мини-босс челлендж. Давай, вызываем. Ух ты. Еще одну обилку, ребята, получили с вами. Ух, да мы с ним же дрались уже. Иди сюда, говнорез. Оу, никаких шансов у него нет. Я проверю, что это за... Ха-ха. Все. Получил свое. Получаем с вами, опять же, топовую футболку. Плюс бабосик. А здесь-то что у нас такое? Смотрите, фури скролл, хелл скролл и обили скролл. Так, еще ниже можем что-то с вами. Оу, телепорт скролл. И что же, блин, нам интересно нужен? Я не знаю, ребята. Это у нас, если мы заюзаем, это все на время, да, я так понимаю? Да, это юзать можно, ребята. Ну, нет, сейчас не будем. На боссе, если что, ребят, проверим. Так, ох ты, у нас футболка с вами, ребята, крутая. Одеваем и прокачиваем ее. Видите, дополнительный параметр у нее есть. Погнали. Е, круто. Так, еще какой-то у нас тут сундук. Да хорош, не надо нам эти... Смотрю, повадились сюда, видосики нам раздавать. Ага, а это у нас уже магазин. Даже в такую игру, ребята, умудрились засунуть магазин. Офигеть. Так, давай-давай-давай-давай-давай, разбираемся. Отлично. 12-я волна. Так, 13, 14, 15. На 16-й волне, ребята, будет босс. Ну, давайте дойдем, посмотрим. Там какой-то у нас амбал, видимо, будет. Зеленый. Ну, судя по картинке. Эй-эй-эй-эй. Так, пора вот это вот применить. О, отлично сработало. 13-я волна. Перекус. Я даже здоровье, ребята, не трачу. Иду на изи, просто-напросто. Так, давай. Причем люди, которые тут на машинах ездят, им, по ходу дела, пофиг, что я тут, видите ли, дерусь с зомбарями. Защищаю, так сказать, человечество от этих упырей. Так, еще перекус. О, смотри-ка, нифига тут. Ой, тихо-тихо-тихо. Что это за зубастики такие тут летают? Давай, беги-беги, ты беги. Оп-хоп-хоп-хоп, отлично, разобрались. Давай-давай, накумарили. Двигаемся дальше. Блин, с каждой волной, ребят, я так понимаю, зомбари будут только усиливаться и прогрессировать. Шикарно. Оу, ненавижу, ребята, применяем. Ха-ха, круто. Еще сюрикен давайте. Слушайте, мне нравится. Очень нравится. Так, челлендж босс. Вызываем, ребята, босса. Где он? Так, опять этот придурок ржет. Доктор Зи. Как его звать? Оу, смотри-ка. Хера тут. Чепушило такой. О, ну-ка попробуем. Из чего ты сделан, из чего ты слеплен. Ну-ка нафиг. Ой-ой-ой-ой, ребята, погоди-ка. А мы можем вот здесь вот с вами заюзать? Давай попробуем. Йоу, вот это было круто. Вот это я понимаю, ребята. Получаем еще какое-то кимоно.
и бабки. Ящик выкинули к ядре Нефени. Yes! Наконец-то у нас пройдено здесь. Ну, давай нажмем. Оу. Подземка, да? Ну, зомби будут новые или те же самые, ребят? Что тут такое? Что-то не могу понять, что там. Йоу, нифига я тут. Чу-чу-чу. Я прям турбоускоритель, блин, какой-то. Нифига у меня тут движуха. Ну, давай, 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 иди сюда. Всех тут разнесу. А, ребята, тут время идет. Я, видимо, должен продержаться какое-то определенное количество времени. В данный момент 12 секунд. Ну, судя по этому, я думаю, что у меня это без проблем получится. Е! Давай, 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 колбасим, колбасим. 3 секунды осталось. Ну? Е, справился. Бомбочку на дорожку им кинул. 49 убийств я успел за это время сделать. Что? А, нет, ребята, я думаю, смысла, да, вот эту вот одевать, потому что она без статов. Да, я думаю, не будем. Будем вот эту вот прокачивать. Так, 16-я волна, да, у нас? Ух ты, здесь, смотрите-ка, будет какой-то босс-глаз. Вон он. Ну ладно, хорошо. Так, разобрались. Музыка такая, да? Ненавязчивая. Воу-воу-воу. Чё? Ну иди сюда, щеглы. Жалко, эти автоматы нельзя сломать. Ча-ча. Так, дойдем, ребят, наверное, вот до следующей волны с вами. До фиолетовой. И будем, пожалуй, завершать. Так. Ну давай-давай. Пора вот это применить. А? Не понравилось им. Добро пожаловать. Что, в доджо? Мастер, и это что такое? Что это? Нифига. Оу. Это что? Это что он нам? Какое-то испытание, проверку решил сделать? Ёп, простоте, давай-давай-давай-давай. Бомби-бомби-бомби. Е. Что-то наполучали какого-то реварда. Да, ты молодец. Типа, ты получил Jade Point для улучшения. Ну-ка. Ах, вот оно что. Тут еще можно улучшать. Так, атака 100%, плюс еще 25. 125, хорошо. Типа, ты будешь периодически получать эти сферы. Понятно, спасибо. Значит, я сейчас усилил себе атаку. Так, челлендж мини-босс. Кто тут, что за говнюк? Ага, опять этот бухарик. Давай-ка попробуем ему надрать жопу. Да он ватный, ребята. Сама вата, ё-моё. Вот и все, и делов-то на копейку. Получили голубую майку. Слушайте, так я так, наверное, сейчас до босса быстрее дойду, ребят. Он уже не за горами. Так, чё, не упал, гад. Точнее, не сдох. Давай-давай-давай, валим-валим-валим. Ну, чё, со всех сторон-то нападать, эй. Е, круто было. Просто толпу снес. Рику! 12-я волна, ребят. Так, 12-я, 13-я. На 15-й волне, получается, у нас будет босяра. А я могу как-то быстро-быстро-быстро вот это вот пройти? А ну-ка попробуем. Бежит такой, сломя голову. Да, ребят, могу вполне, в принципе, реально. Ага. Смотрите, пока я мышь эту не убью, не двигается у нас, ребята, полоса прогресса. Мячик взял такой. Чук, между делом, да, забомбил. Короче, нам придется в любом случае бить всех зомби. Только в том случае у нас будет продвигаться по шкале. Движуха, ребят. Так, третья волна. Ой, третья, тринадцатая, конечно же. Мышь, вали отсюда. Е. Супер, вот тебе и супер. Ну что, в принципе, уже и босс. Мне такое ощущение... А, так мы же, ребята, этого босса видели. Я не пыл. А где у нас
Был же вроде бы как бы глаз обозначен. С какого вдруг перепуга-то? Хм, не понял. Мы с вами когда начали, у нас был отображен босс глаз. Сейчас босс, которого мы с вами валили в первой части. Последний. Так? Так. С какого вдруг перепуга-то? Я что-то не врубился. Да идите вы отсюда, достали уже. Ну-ка. О, отлично. Так. Давай-давай, всех подобьем здесь. Вот здесь, ребята, кстати, написано, сколько нужно подбить зомбарей. 18 зомбарей и волна как бы пройдена. В принципе, все ясно, как божий день. Е. Так. Давай. Челлендж босс. Придется босса валить. Так, это вот этот вот. Да, мы с ним дрались уже, ребята. Повторение, мать учения, как говорится, да? Не вижу его здоровья. Блин, здоровье у него до хренища, как у... Хрен знает какого бизона. Не вижу смысла, ребята, менять футболки. Так, а вот шорты мы, пожалуй, поменяем. Вот так вот. Погоди-ка, а где же у нас... Не понял, у нас было столько одежды, и почему-то нифига не осталось. Странно. Так, попробуем так сделать и вот так. Звездочки, говорю, выпускай. Короче, нам нужно отходить от этого упыря в момент того, как он хочет ударить. Эй! Ё-моё, чуть-чуть бы нас завалил бы он. Что тут достанется? Ага, опять майка и опять бабло. Так это понятно, что уровень пройден. Я не могу врубиться, где босс глаз. С какого перепуга мы опять-то здесь? Так, ну ладно, дорогие друзья, давайте мы на этой ноте с вами будем завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Ну, а на этом все, всем пока и до скорых видосиков, ребят.